Золото, монеты, купюры. Деньги – всеобщий эквивалент. Несмотря на свою всеобщность, эквивалент довольно неудобный и нередко весьма доступный для людей, стремящихся к легкой добыче. Такие люди были во все времена. Но им противостояли другие люди, которые думали, как обезопасить процесс перемещения денег. И под конец 20 века придумали электронные деньги. Любой человек, имеющий счет в банке, может в считанные минуты перевести с него деньги в другой банк, находящийся в любой точке земного шара. Это легко сделать, не выходя из дома, через всемирную компьютерную сеть интернет. Достаточно лишь знать необходимые шифры, коды и пароли. Новейшие программы надежно защищали вкладчиков от проникновения извне. Электронные переводы стали кровеносной системой мировой экономики. А сердцем был Метрополитен-банк, пионер и мировой лидер системы электронных платежей. Основанный около двух веков назад, он считался одним из самых надежных банков мира. Так было вплоть до 1994 года. Один из майских дней 1994 года в центральном офисе Метрополитен-банка в Нью-Йорке начался как обычно. В понедельник в положенное время двери небоскреба на Уолл-стрит раскрылись перед клиентами, операционисты заняли свои места за компьютерами, привычно управляя денежными потоками, которые потекли по глобальным компьютерным сетям. Надежный банковский механизм работал как часы. Казалось, ничто не предвещало беды. В начале 12-го руководителя компьютерной службы Майкла Полонски срочно вызывает к себе президент банка Крейг Коннелли. Ему позвонил один из вкладчиков банка, который с удивлением обнаружил, что у него со счета пропала крупная сумма. Полонски уверен, что это сбой компьютера. Никто не может проникнуть через супернадежную систему защитных кодов банка. Он отдает приказ дежурной смене инженеров протестировать центральный компьютер. Те проверяют систему внутреннего учета запросов на снятие денег и обнаруживают еще несколько переводов. Полонски просит проверить еще раз, а сам ставит в известность о новых проникновениях президента банка Крейга Коннелли. Факт подтверждается. Электронный взломщик проник сквозь сверхсекретную компьютерную защиту банка. Дело принимает такой оборот, что под угрозой оказываются все электронные взаиморасчеты Метрополитен-банка, а это, в свою очередь, означает паралич мировой банковской системы, финансовый кризис и, как следствие, всеобщий хаос. Крейг Коннелли понимает это лучше, чем кто-либо другой. Необходимо что-то срочно предпринять. Но единственное, что он может сделать, обратиться к высшим инстанциям в службах безопасности страны. И он обращается строго конфиденциально к заместителю директора ФБР Питеру Аполлинари. На экстренное совещание немедленно созываются руководители подразделений ФБР. На счету каждая секунда. Время работает на кибервзломщика и против них. Деньги в Метрополитен-банке исчезают каждые 5 минут. Именно столько времени надо, чтобы набрать на клавиатуре компьютера сверхсекретные пароли и коды, позволяющие электронному взломщику получать доступ к чужим счетам. В любой момент может произойти утечка информации из Метрополитен-банка, и тогда паника, блокирование всех его счетов, и через неделю, в понедельник, кризис на Нью-Йоркской фондовой бирже, мозги всей финансово-экономической жизни планеты.
возникнет цепная реакция по всему миру и произойдет крах мировой финансовой системы. Единственное, что пока может обеспечить ФБР, строгую секретность происходящего в Метрополитен-банке. Руководить расследованием назначают Питера Аполлинари. Предпринимаются беспрецедентные меры безопасности в самом банке, а все его крупнейшие партнеры берутся под наблюдение агентами ФБР. Штаб операции работает в круглосуточном режиме, рассылая по миру шифротелеграммы своим агентам. Их основная задача – работа с осведомителями из мира компьютерщиков и хакеров. На помощь специалистам Метрополитен-банка приходят лучшие электронщики из секретных лабораторий Пентагона. Каждые несколько минут они меняют секретные коды, защищающие компьютерную систему банка. Но взломщик беспрепятственно проходит через новые преграды. Всем остается лишь бессильно фиксировать, как уходят сотни тысяч долларов со счетов клиентов банка в разных странах. Питер Аполлинари поручает осуществлять оперативное руководство расследованием спецагенту Келвину Парсонсу, одному из самых опытных детективов ФБР по электронным преступлениям. Он получает неограниченные полномочия и немедленно связывается с руководством спецслужб тех стран, в банке которых взломщик-невидимка переводил деньги – Голландии, Израиля и Люксембурга. Единственный шанс выйти на след преступников – ждать, когда кто-нибудь появится в этих банках, чтобы получить украденные деньги. Скорее всего, это будут посредники, но они могут вывести и на организатора преступления. Сейчас начало недели, а через 6,5 дней утром в понедельник фондовый рынок моментально отреагирует на странные катаклизмы в электронной сети Метрополитен-банка и начнется кризис. Помня о том, что когда-то компьютерный хулиган, американский школьник Кевин Митник, проник с бабушкиного домашнего компьютера в систему ПВО США, Келвин Парсонс отправляет запрос в Пентагон. Теперь к аналитикам ФБР подключаются и военные аналитики. Они поднимают досье всех известных хакеров. Кевин Полсон, получивший прозвище «Темный Данте», установил контроль над Лос-Анджелесской телефонной сетью, проводившей лотерею. Благодаря этому он выиграл автомобиль Porsche, а затем начал проникать в базы данных ФБР, чтобы узнать название секретных операций. Роберт Моррис, известный в первую очередь тем, что, собственно, и ввел в обиход слово «хакер», запустил в сеть особый вирус «Червяк», который на долгое время вывел из строя тысячи компьютеров. Йохан Хельсинкис создал самый популярный анонимный электронный адрес для автоматической пересылки почты. Это позволило одному из клиентов рассылать по миру секреты основателя церкви саентологии. Ричард Столман, работник лаборатории искусственного интеллекта, лауреат премии для гениев фонда МакАртура. Будучи противником частной собственности, взломал и распространил по интернету дорогостоящие компьютерные программы. Создатель мирового пиратского фонда бесплатных программ. Марк Эйбин, названный журналом «Нью-Йорк Магазин» одним из 100 самых умных людей города. Виртуозно выходил в интернет, используя старую телефонную трубку. Основал организацию «Мастера обмана», подвигшую тысячи молодых людей влиться в ряды хакеров, за что первым из них и получил тюремный срок. Быстро выяснив, что никто из них не имел отношения к краже денег из банка, штаб ФБР бился над раскрытием тайны электронного взломщика-невидимки. Кто он? Маньяк-одиночка? Психически больной человек, решивший погубить мир? Или все-таки они имеют дело с неизвестным международным преступным синдикатом? География его преступления вроде бы говорит в пользу второй версии. Но тогда почему до сих пор никто не появился в банках Роттердама, Люксембурга и Тель-Авива, куда переводились украденные деньги? Оставалось только ждать. Заканчивалась среда, первая половина недели. До рокового понедельника оставалось 96 часов. В ночь со среды на четверг Питера Аполлинари срочно вызывают в Вашингтон доложить президенту о ходе расследования. Когда он подъезжает к Белому дому, в его машине раздается звонок экстренной связи.
Спецагент ФБР Келвин Парсонс докладывает шефу, что только что в отделение банка в Сан-Франциско, куда поступили ворованные деньги из Метрополитен-банка, позвонила неизвестная женщина, говорящая с акцентом, и поинтересовалась, пришли ли на ее счет деньги. И это было только начало. Через час другая женщина в Голландии лично пришла в Роттердамское отделение банка ОФТ с тем же вопросом. Еще через 50 минут аналогичные звонки раздались в Люксембурге и Израиле. Но в этом случае в банк звонили мужчины. По каналу связи Госдепартамента Парсонс связывается с министрами внутренних дел этих стран. Спецслужбы проводят координационные совещания. Поскольку банки, куда киберзломщик перебрасывал похищаемые деньги, находились под постоянным наблюдением, то выяснить личности позвонивших было несложно. Женщина, интересовавшаяся деньгами в Сан-Франциско, Екатерина Щеголькова, 66-го года рождения, гражданка России, ранее несудимая. В США проживает с мужем Евгением Щегольковым, 46-го года рождения, владельцем небольшой компании в Сан-Франциско. Наверняка это были подставные фигуры, поэтому подозреваемых решено было не арестовывать, а установить за ними слежку, с тем, чтобы выйти на след главаря. За домом Щегольковых было установлено круглосуточное наблюдение с использованием полицейского бесшумного вертолета и приборов ночного видения. При помощи дистанционного лазерного прослушивания велась запись всех разговоров. Три законспирированных экипажа патрульных машин круглосуточно дежурили возле их дома и следили за любыми передвижениями Щегольковых. Был определен круг их знакомых, который, к сожалению, не выходил за рамки соседей и продавцов ближайших магазинов. Когда данные о женщине, звонившей в банк в Роттердаме, поступили в ФБР, там были немало удивлены. Лусяна Колтенко, 68-го года рождения, также оказалась гражданка России. А ее муж, Джанибек Мусаков, подданный Нидерландов, в прошлом гражданин СССР. Неужели ФБР наткнулась на след русской мафии, уже несколько лет державшей в страхе многие страны мира? Но чтобы она действовала столь необычным способом, как компьютерный взлом, такого еще не бывало. Все сомнения по этому поводу рассеялись, когда узнали фамилии мужчин, интересовавшихся украденными деньгами в Люксембурге и Израиле. Владимир Денисенко и Алексей Вяземский. Итак, русский след. Скорее всего, фигуранты получают команды из одного центра, и чтобы выйти на след главаря, необходимо было вести слежку за всеми одновременно. Из-за специфики городского ландшафта в Роттердаме за Колтенко и Мусаковым наблюдали как экипажи патрульных машин, замаскированных под такси, так и пешие оперативники. Больше всего полицейских интересовало, что собираются делать сообщники с деньгами дальше? Если это действительно крупномасштабное ограбление банка, то почему они не берут наличные деньги со счетов немедленно? Каким бы гением ни был неизвестный компьютерный взломщик, он должен понимать, рано или поздно факт кражи денег обнаружит и заблокирует все счета, куда он будет переводить деньги. И хотя точного ответа у ФБР не было, ясно было одно – все посредники ждут сигнала от своего шефа. Нельзя было исключать вероятность того, что контакты с ним состоятся в самое ближайшее время. Заканчивался четверг. Но ничего подозрительного в поведении супругов не отмечалось. До рокового понедельника оставалось 3 дня.
Однако информация, поступившая из Люксембурга, вселила надежду. Подозреваемый Владимир Денисенко вышел на контакт. Запеленгованный после звонка в банк мобильный телефон Денисенко был поставлен на прослушивание. Поскольку у него не было постоянного места жительства, непосредственного наблюдения за ним установить не удалось. Но по телефонным разговорам появилась возможность вычислить места встречи Денисенко с несколькими местными коммерсантами, координаты которых быстро определили. Установили скрытые камеры наблюдения в районе мест встреч. Денисенко появился, но ни с кем в контакт не вступил. В результате проверки выяснили, что с этими коммерсантами у него действительно были деловые связи, но никакого отношения ни к России, ни к банку, куда были переведены деньги, они не имели. Главное, Денисенко чего-то опасался, и то, что он не стал встречаться с коммерсантами, лишь усилило подозрения ФБР. Подозреваемый в Израиле Алексей Вяземский, известный в российских криминальных кругах под кличкой Леха Лось. По данным израильских спецслужб, он, возможно, связан с группой международных террористов. На его имя были открыты счета сразу в 5 тель-авивских банках, куда киберзломщик переправил несколько миллионов долларов. Израильские спецслужбы, в отличие от их европейских коллег, использовали открытый способ наблюдения. В стране, часто находящейся на военном положении, вооруженные патрули на улицах – обычное явление. Поэтому метод работы с объектом был прост и эффективен. На улицах, прилегающих к каждому из банков, дислоцированы военные патрули. Осуществляемая ими проверка машин не должна вызвать подозрения ни у Лося, ни у возможных его сообщников. Параллельно наблюдение осуществляют полицейские в штатском. Дальний периметр патрулируют полицейские автомобили. Их действия координируются штабом операции посредством спутников и мощных передатчиков, расположенных на телебашне, покрывающих своим сигналом всю территорию страны. Их усилия были вознаграждены. Леха Лось появился в одном из банков и заказал деньги на завтра. В ночь с четверга на пятницу в штаб-квартиру ФБР поступает сообщение, что накануне в Сан-Франциско Щеголькова съехала с квартиры, упаковала вещи и заказала контейнер в одном из транспортных агентств, осуществляющих перевозки в Россию. Вещи уже погружены на судно, которое уходит завтра по маршруту Сан-Франциско-Санкт-Петербург. В тот же день в Роттердаме и Люксембурге подозреваемые также заказали в банках крупные суммы для снятия со счетов. Очевидно, что они должны быть кому-то переданы, скорее всего, руководителю аферы. Казалось, до успешного завершения операции остались считанные часы. В Сан-Франциско еще был вечер четверга, когда в штаб-квартире ФБР раздался телефонный звонок от президента Метрополитен-банка Крейга Коннелли. Он сообщил, что в банк обратились держатели крупных счетов. Заместитель директора японской корпорации Yamaguchi Industries Шагенори Накано и президент одной из металлургических компаний Германии Зигмунд Ленц. Только что со счетов каждого из них пропали несколько миллионов долларов. Метрополитен-банк вынужден незамедлительно приостановить все операции. А это означает, что мировой экономический кризис начнется не в понедельник, а уже завтра. Этого допустить было никак нельзя. У замдиректора ФБР Питера Аполлинари выбора не остается. Он вновь должен что-то предпринять, чтобы стабилизировать ситуацию. Подозреваемых необходимо было задержать. Тем более основания для этого были. Телефонные запросы по украденным деньгам и явка Калтенко в голландский банк. Шанс вычислить главаря оставался и в этом случае.
Все подозреваемые были арестованы одновременно в разных странах, спустя 30 минут после того, как был отдан приказ. Сработал безукоризненный механизм взаимодействия спецслужб. Сразу после задержания все подозреваемые были немедленно доставлены в США. Несмотря на то, что беспрецедентная операция по задержанию подозреваемых сразу в четырех странах прошла успешно, она не приблизила ФБР к таинственному кибервзломщику ни на шаг. Все арестованные молчали. Очередной безрезультатный допрос прерывает срочная информация, поступившая по линии спецсвязи. Агент ФБР, работающий под прикрытием на одном из ведущих телевизионных каналов, сообщает, что, несмотря на режим сверхсекретности, произошла утечка информации. Известная тележурналистка Салли Хансел подготовила материал о компьютерном воровстве в Метрополитен-банке и беспомощности властей. Передача уже смонтирована и готова к эфиру. В субботу ее увидят миллионы телезрителей. Тогда все узнают ответ на вопрос, который Салли Хансел вынесла в название. Что происходит в Метрополитен-банке? Разговор Питера Аполлинари с владельцем телевизионного канала Толом Айзенштейном длится всего полторы минуты. Они понимают друг друга с полуслова. Айзенштейн не выпускает передачу о ситуации в Метрополитен-банке, а вместо нее получает эксклюзивный материал из архивов спецслужб о борьбе с кибервзломщиками. Договор двух влиятельнейших людей состоялся. Но это не решало главной задачи – нейтрализовать в оставшиеся два дня неизвестного компьютерного грабителя. Поэтому рано утром в пятницу в кабинете Питера Аполлинари собирается очередное совещание штаба операции. На повестке один вопрос. Как за оставшееся время выйти на след преступника? Где его искать? Единственная реальная зацепка – все задержанные имеют отношение к России, но это не означает, что ими руководят именно оттуда. В этот момент в комнате, где проходит совещание, раздается звонок из аналитического отдела ФБР. Только что получена информация. У всех задержанных на завтра, субботу, уже давно заказаны билеты из Сан-Франциско, Люксембурга, Тель-Авива и Роттердама до Санкт-Петербурга. В пятницу сразу по получению информации о петербургском следе руководство ФБР связывается с МВД России. Только российские коллеги могли теперь предотвратить надвигающийся мировой финансовый кризис. Несмотря на всю невероятность полученной информации, МВД немедленно поручает дело Следственному управлению Питерской криминальной милиции и региональному управлению по борьбе с организованной преступностью. Бригаду возглавляет старший следователь по особо важным делам Игорь Смольников. Когда руководство сообщило мне о задании, я был немало удивлен, как это с помощью компьютера можно перевести миллионы долларов из океана, из другой страны совершенно, из крупнейшего американского банка. Первым делом необходимо поставить на контроль все соединения через интернет между Санкт-Петербургом и Метрополитен-банком в Нью-Йорке. И среди них уже наверняка будут соединения преступника. Смольников отправляет бригаду оперативников на городскую междугородную телефонную станцию, где находится центральный интернетовский сервер. Около 4 часов дня со Смольниковым связывается спецагент ФБР Алан Парсонс и сообщает номера рейсов, которыми завтра в субботу в Санкт-Петербург предполагали прилететь арестованные в разных странах сообщники взломщика. Не исключалось, что они должны были подтвердить свои завтрашние вылеты в Питер по телефону. Теперь они этого уже сделать не смогут, и озабоченный их молчанием главарь сам может перезвонить в Сан-Франциско, Тель-Авив, Роттердам и Люксембург. Поэтому на прослушивание были поставлены все звонки с этими городами.
Другая часть оперативников уже отслеживала выходы абонентов в интернет. Но в течение второй половины пятницы и в ночь на субботу никаких подозрительных проникновений в глобальную сеть отмечено не было. Утром в субботу еще одна бригада оперативников отправляется в международный аэропорт Пулково-2. Вероятно, подельников с краденными из Метрополитенбанка деньгами должен был кто-то встретить, даже без телефонных звонков. Смольников полагал, что в криминализированном до предела городе вряд ли кто осмелится появиться без охраны или сопровождающих, имея сумму в несколько сотен тысяч долларов. Десятки оперативников растворились в толпе встречающих рейсы, которыми должны были прибыть перевозчики денег, чтобы попытаться вычислить их сообщников. Скрытые камеры фиксировали всех, кто мог попасть под подозрение. В это время бригада, работающая на телефонной станции, продолжала отслеживать международные переговоры. Уже прослушаны сотни звонков, перерыты распечатки телефонов, по которым звонили в интересующие города за последнюю неделю. Но все безрезультатно. Продолжали приземляться самолеты в Пулково. Но ни разу после этого среди встречающих оперативники не заметили никого, кто был бы удивлен или раздосадован неприбытием тех, кого ожидал. Параллельно через адресное бюро создается база данных на задержанных за рубежом подельников с целью попытаться обнаружить у них общих знакомых в Питере. А вдруг среди них и всплывет хакер. Но учитывая трудоемкость работы, Смольников на быстрый успех здесь и не рассчитывал. В 8 вечера после приземления последнего самолета из Люксембурга, который тоже никто не встретил, руководителю следственной группы оставалось уповать лишь на своих телефонистов. Распорядившись подготовить им замену, около 10 часов вечера Смольников впервые за 2 дня оказался дома. Но не успел он там пробыть и полчаса, как с интернетовского сервера АТС поступило сообщение. В 22:15 зафиксировано соединение с Метрополитенбанком Нью-Йорка. Немедленно проследили его путь в городской телефонной сети, и через 15 минут операционисты сообщили Смольникову номер питерского абонента, с которого поступил звонок. Это был один из телефонов коммерческой фирмы «Нептун», занимавшейся торгово-посреднической деятельностью. Быстро выяснили адрес фирмы и выслали туда оперативную группу, оснащенную заранее подготовленной специальной аудио-видеотехникой. Из-за начинающихся белых ночей видеонаблюдение за офисом удалось начать только в 00:30. К этому времени там остался один человек. К счастью, удалось найти удобную точку для наблюдения за ним. Оперативники увидели то, что и ожидали увидеть. Молодой человек, лет 25, сидел за компьютером, периодически выходя в глобальную компьютерную сеть интернет. В это время на сервере АТС, через который кибервзломщик осуществлял свои выходы в интернет, уже установили за ним постоянный контроль. Теперь, координируя действия с компьютерщиками Метрополитенбанка, можно было попытаться найти противодействие его несанкционированным входам в банк. Но и Парсонс, и Смольников прекрасно понимали, что даже если противоядие к понедельнику и будет найдено, это временное решение проблемы. Взломщик или его сообщники могут начать все заново, с другого компьютера, или попытаться проникнуть в другой банк. Сейчас необходимо было вычислить и нейтрализовать остальных сообщников хакера, после чего задержать и самого организатора. Но здесь представителей ФБР ждала невероятная новость. Они не знали того, о чем уже хорошо был осведомлен Смольников. Здесь сложилась уникальная, очень интересная в своем роде ситуация. Достаточно уникальная и в моей личной практике, может быть, даже в мировой. Дело в том, что если бы мы даже нашли улики в компьютере у взломщика, мы все равно не могли бы привлечь его здесь у нас в России к уголовной ответственности. Дело в том, что по российскому уголовному законодательству того времени не было предусмотрено статей по поводу компьютерных взломов и незаконных действий с компьютером. Итак, если его задерживать бессмысленно, если система компьютерного блокирования хакера так и не будет обнаружена,
то все усилия американских и российских сыщиков окажутся тщетными. Нужно было срочно придумать что-то экстраординарное. Тем временем выяснили, кто этот человек, уже шестой день держащий в напряжении крупнейшие спецслужбы мира. Им оказался программист фирмы «Нептун», 24-летний Леонид Резин. В 92-м году закончил биологический факультет Санкт-Петербургского университета. В криминальных кругах города никому не известен. С правоохранительными органами ранее не сталкивался. Смольников дает распоряжение группе наружного наблюдения не спускать глаз с Резина ни на секунду. Несмотря на то, что для выхода в интернет и осуществления набегов на банк в офисе использовалась отдельная телефонная линия, исключать наличие другого канала было нельзя. Оперативники, наблюдавшие за Резиным, отметили, что он явно нервничает. И прекрасно понимали, почему. Он ждал звонков от своих сообщников, которые должны были прилететь с деньгами в Санкт-Петербург. Около 2 часов ночи хакер подошел к телефону и позвонил по городскому номеру. Телефон, разумеется, уже поставили на прослушку. Резин встревоженным голосом сообщил некому Мише, что завтра им нужно срочно встретиться. Договорились на 11 утра в Таврическом саду. В 3 часа ночи Резин выключает компьютер, выходит из офиса, ловит попутку и отправляется домой. Там его уже ждет другая оперативная группа. Но до утра у нее особой работы нет. Больше Резин никому не звонил, а компьютера дома у него не было. Но у других оперативников работа была. Они выясняли, с кем в офисе разговаривал Резин. Ночным абонентом оказался некий художник Михаил Славкин. К утру взяли под контроль студию и квартиру Славкина. В воскресенье в начале 10-го Резин выходит из дома и отправляется в город. На улице Чернышевского он неожиданно останавливается у одного из телефонов-автоматов. Из машины наблюдения разобрать, о чем говорит хакер, очень сложно. Единственное, что удается расслышать, несколько раз повторенное имя Сергей. Но пока он разговаривал, на центральную АТС города сообщили номер телефона аппарата и выяснили, куда звонил Резин. Абонентом оказался телефон в одном из небольших кафе на Васильевском острове. Туда срочно отправили группу. Быстро выяснили, что единственный работающий в кафе человек по имени Сергей – их официант Сергей Барышев. Что сейчас решил предпринять Резин? Для чего ему срочно понадобились встречи с товарищами? Теперь необходимо было вести слежку и за ними. Объект уведен. Уже через полчаса Барышев вышел из кафе. Не исключено, что Резин назначил встречу и ему. Но слежка за Барышевым привела сыщиков всего лишь к его дому. Во дворе дома остался дежурить оперативник. Параллельно следили и за художником Михаилом Славкиным. И он, и Барышев могли, в свою очередь, встретиться с другими сообщниками. Сколько их было у взломщика в этот момент, никто не знал. Но за время, оставшееся до встречи с Резиным, Славкин ни с кем больше не встречался. Тем временем все было готово для наблюдения за их аудиенцией в Таврическом саду. Без 5:12 появляется Славкин и направляется к одной из лавочек. Через 10 минут к ней подходит Резин. Оперативник со спрятанной в сумке скрытой камерой как бы случайно подсаживается к ним. Те, ни о чем не догадываясь, начинают беседу. Резин сообщает Мише, что, скорее всего, старые знакомые его обманули, и что теперь он попытается перевести часть денег из Метрополитенбанка непосредственно в Россию, в Санкт-Петербург.
Если получится, то в понедельник утром ему необходимо срочно открыть валютный счет в одном из отделений Сбербанка и попытаться их оттуда снять. За соответствующее вознаграждение. Договорились, что сразу после начала работы отделения Сбербанка на Литейном проспекте Славкин откроет там валютный счет и через час вернется уже за переведенными деньгами. Как только содержание разговора стало известно Смольникову, мгновенно родился мучительно вынашиваемый план. Как быть с Резиным? Теперь, обеспечив беспрепятственный перевод денег в отделение Сбербанка, необходимо задержать там с поличным Славкина или других сообщников Резина. Тем самым дав хакеру понять, что и питерские друзья не устояли перед соблазном удрать с добычей, и что сейчас единственный способ реально получить украденные деньги – немедленно выехать за границу и снять их собственноручно. Чуть ранее ему сообщили, что у Резина подготовлены несколько приглашений в разные страны. Конечно, хитроумный взломщик не исключал и нежелательного поворота событий. Кроме того, Смольников уже начал кое-что понимать в психологии компьютерных взломщиков. Хакеры по натуре люди азартные и готовые добиваться своей цели любой ценой, если остался хотя бы один шанс. Поэтому я был убежден, что Резин воспользуется таким шансом. Но для реализации плана по выманиванию Резина за границу была одна преграда. Обычно в случае международного банковского перевода в Сбербанк России несколько дней уходит на проверку всех формальностей. Руководство МВД, несмотря на выходные дни, добивается разрешения Центробанка в случае осуществления перевода не задерживать выдачу наличных денег. Более того, договариваются, что в Центральном офисе Сбербанка Питера подготовят значительную сумму в долларах. Несмотря на то, что содержание разговора с официантом осталось невыясненным, скорее всего, Резин попросил его сделать то же самое – открыть еще один валютный счет и снять деньги. Самое интересное, что теперь, контролируя компьютер Резина, они одновременно с переводом узнают, в какие филиалы Сбербанка он отправит деньги. Нужно лишь успеть выслать туда группу захвата. Но этого не потребовалось. Приставленные к Барышеву оперативники из наружки уже к 8 утра в понедельник наблюдали, как тот открывает валютный счет в филиале Сбербанка на улице маршала Захарова. Но через 40 минут становится известно, только что Резиным осуществлены переводы в 3 филиала Сбербанка. Кроме известных отделений на Литейном, где уже побывал и Славкин, и на улице маршала Захарова, это филиал на Среднем проспекте. В первые 2 отправлено 50 и 36 тысяч долларов, на Средний проспект хакер перевел 120 тысяч. Непонятно было только, как оперативники, ведущие непрерывное наблюдение за всеми фигурантами, прозевали того, кто должен снять деньги в 3-м месте. В 9:45 Славкин возвращается в филиал на Литейной и занимает очередь в валютный отдел. Разумеется, рядом находились случайные посетители, вооруженные скрытыми камерами. Славкин по-прежнему не подозревает, что уже 2-е сутки почти каждый его шаг фиксируется на видеопленку. А факт снятия краденных денег может оказаться вообще единственной уликой против сообщников Резина. Кроме того, был шанс зафиксировать момент возможной передачи денег кому-нибудь из пока неизвестных подельников. Тем временем Славкин, заметно разволновавшийся от увиденной впервые в жизни такой суммы денег, спрятал их в сумку и направился к выходу. К удивлению поджидавших его и на улице оперативников, Славкин оказался понятливым вкладчиком, и долго объяснять причины его задержания им не пришлось. В 10:05 на проспекте маршала Захарова появился и Барышев. Следившие за ним уже сутки оперативники отметили, что сегодня в нем вряд ли кто бы признал вчерашнего официанта. Но и его задержание заняло немного времени. Вскоре оба так и не разбогатевших знакомых хакера были доставлены в следственное управление ГУВД.
Смольников немедленно приступил к допросу задержанных. Пока шли допросы, один из оперативников отправился в мастерскую, где работал Славкин. Туда Резин должен был позвонить в 11 часов, чтобы убедиться в благополучном завершении операции. Коллега Славкина, потрясенная визитом сотрудника милиции, и еще более тем, что он ей сообщил, по плану Смольникова должна была передать Резину заранее оговоренную информацию. Аналогичную работу провели и в кафе на Васильевском, объяснив, почему их официант в ближайшее время на работу не выйдет, и что им необходимо сказать человеку, который будет спрашивать Барышева по телефону в начале 12-го. Тем временем Смольников пытался выяснить у задержанных, кто еще из знакомых мог быть задействован в преступной цепочке Резина. Но, как и предполагалось, взломщик действовал грамотно, с каждым договаривался напрямую. И, скорее всего, никто из них о вовлечении других сообщников в операцию мог и не знать. А за третьим переводом на Средний проспект так никто и не пришел. Видимо, он был запасным, и о снятии с него денег Резин должен был договариваться с кем-то позже. Ровно в 11 в мастерской Славкина раздался звонок. Из него Резин узнал, что Миши нет, но 20 минут назад он позвонил и сказал, что срочно уезжает по делам на неопределенный срок. В 11.07 Резин позвонил в кафе и узнал от коллеги Барышева, что он только что забегал к ним, был очень возбужден, почему-то подарил ей $200 и, радостно сказав, что увольняется, также быстро исчез. Теперь Резин должен был поверить, что его кинули и питерские знакомые. Но еще лучше, если он почуял неладное и понял, что на самом деле их вычислили и задержали. Тогда он тем более должен немедленно отправляться за границу, но уже не только для того, чтобы в результате всей грандиозной операции получить хоть какие-то деньги. Безусловно, у него были еще соучастники, которые не были арестованы, и с ними ему требовалось рассчитаться. Если бы он этого не сделал, то вполне вероятно, он это понимал прекрасно, что ему просто могут отомстить, расправиться с ним. То есть его жизнь реально просто угрожала опасность. Все шло по плану. Уже в 11.30 оперативники перехватывают звонок в Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Резин узнает, может ли он сегодня же получить визу по уже оформленному приглашению. Смольников перезванивает в консульство и договаривается о немедленной встрече с вице-консулом. В отделе виз ему необходимо оказаться на мгновение раньше Резина. Без 5.12 машина Смольникова останавливается у британского консульства. В результате беседы с вице-консулом и разговора с находящимся постоянно на связи в Вашингтоне Аланом Парсонсом договариваются, что визу Резину выдадут сегодня же. Но чтобы не вызвать подозрений, назначат время приема на 15 часов. Едва Смольников отъехал от здания консульства, как к нему в сопровождении непременного эскорта прибыл Леонид Резин. Получив подтверждение о выдаче визы и, видимо, приятно удивленный таким ходом событий, он отправляется в авиационное агентство на Невский и берет билет до Лондона. На сегодня. Номер рейса и время вылета, 17.40 по московскому времени, немедленно сообщается в Вашингтон. Парсонс тут же связывается со специальным управлением Скотланд-Ярда в Лондоне, и уже их шеф срочно вызывается из загородной виллы, готовится к встрече с уже вполне уловимым, но пока еще недосягаемым для органов компьютерным взломщиком. В 3 часа дня Резин получает в консульстве визу, возвращается домой, собирает вещи и в 15.50 отправляется в Пулково. В 16.30 он появляется в здании аэровокзала. На проводы Резина мобилизуются все бригады сыщиков. Наступает кульминационный момент операции. Смольников в этот момент даже поймал себя на мысли, что впервые в своей практике прилагает такие невероятные усилия не для того, чтобы задержать преступника, а наоборот, дать ему беспрепятственно уйти. Тем временем Резин заполняет таможенную декларацию. Проходит таможенный контроль, с офицерами которого есть договоренность пропускать, даже если что-то будет не в порядке. 17.00. Хакер проходит регистрацию и входит в зону паспортного контроля.
17:40 по московскому времени лайнер британской авиакомпании нехотя начинает рулежку по взлетно-посадочной полосе, унося в своем чреве человека, по вине которого сотни агентов спецслужб многих стран мира не спали несколько ночей. Когда самолет с Резиным еще был в воздухе, Нью-Йоркская фондовая биржа благополучно открывается. Но катастрофы не происходит. Компьютерщики Метрополитенбанка больше несанкционированных проникновений из Санкт-Петербурга не фиксируют. Значит, Резин действовал в одиночку. В начале 7-го по Гринвичу Резин появляется в лондонском аэропорту Хитроу, не подозревая, что там его встречают. Правда, без цветов и оркестра, но зато с по-настоящему джентльменской аккуратностью и вежливостью. Осенью 1996 года, после передачи английскими властями правосудию США, Леонид Резин предстал перед Федеральным судом Нью-Йорка. Перед вынесением приговора судья задал ему, в общем-то, банальный вопрос. Что заставило его пойти на это преступление? В ответ подсудимый то ли в шутку, то ли всерьез вспомнил, как однажды, учась в третьем классе, на вопрос учительницы, кем бы он хотел стать, сказал, что не знает, как называется эта профессия, но когда вырастет, он бы хотел отбирать у богатых деньги и раздавать их бедным, как дедушка Ленин. Учительница сказала, что это самый правильный ответ. Судья с учительницей не согласился и приговорил Резина к 36 месяцам тюрьмы за незаконное проникновение в компьютер Метрополитенбанка с целью похищения более 10 миллионов долларов. В конце 98 года, с учетом срока предварительного заключения в Великобритании, Резин был освобожден и вскоре депортирован из США. В июле 99-го Резина, говорят, видели в Санкт-Петербурге, в компьютерном салоне на Литейном проспекте, совсем недалеко от здания Следственного управления питерской милиции, где он так и не побывал.